have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Ладушки, я пришел забрать свои души, как говорится. Не хочу пока с этой сраной бомбой возиться. Здрасте, а что, так можно было? Мне казалось, тут больше нет... Охренеть! То есть есть проход только когда на него наводишь? Вот тут я попался. Блин, а раньше такое тоже было? Офигеть! Хорошо, хорошо. Так, шоковое я там хочу перепрошить. Бла-бла-бла. Даже не знаю. Давайте шахтера. Он дешевенький. Пусть получает бонусы. Вначале от моксов. О, давай вот это. Все, хорошо, хорошо. То есть, по сути, я ему сейчас удвоил урон еще. Так, хорошо, супер. Я знаю, о чем ты думаешь. Хочешь вернуться к контрольной точке, обновить свои предметы, закупиться в магазине. Я правда хочу, чтобы ты побеждал, но это будет не так просто. Ты можешь вернуться к контрольной точке, но тогда в этой зоне возвращаются все враждебные боты, которых ты победила. Уверен, что... Конечно! Блин, тут один файт, я его прохожу каждый раз. Иди ты в задницу. Так. Значит, если хочешь пройти, сперва ты должна отправиться на юг. Когда идешь до входа в башню чародея, иди дальше на юг. На юг это же вниз? Или куда? Это изначальный мост, да? Блин, а мне бы как-то все... Черт, а я не посмотрел часы, которые там надо было. Я только сейчас об этом вспомнил, блин. Кстати, магазин. 22 робобаксов. Я все равно теряю деньги. Голографическая шкурка. Она бесполезна, отнеси лавочнице и увидишь. Супер. Сколько у меня денег? 13. Надо их тратить. Потому что их забирают. Поэтому таскать их с собой смысла нету. Давай еще бронебота улучшим. Что тут у нас? Блин, было бы классно, чтобы он стал снайпером. Пусть даже на один поинт. А, эти штуки бесконечны. Что-то за 8 робобаксов. Хорошо. А, это вот... блин... Я немножечко запутался в этой штуке. Я просто точно знаю, что я не хочу сейчас идти к этой бомбе. Она меня в прошлый раз так заколупала. Ну, это реально неприятно. Посмотрим сейчас, куда мы можем еще сходить. Так, а наверх там было что? Ничего, видимо, просто комната с лутом. Прошлись по кругу, хорошо. Через мост это контрольная точка. Да? Вот это то, что я думаю?
Так, тут это золото я как раз собирался копать. Мне всегда не хватало хорошего пинка под зад. Это я себе какой-то шорткат открыл? Стой, а тут нельзя было? Нельзя было, я теперь буду щелкать, проверять. Когда у меня есть возможность... Почему оно все такое бесконечное, блин? Да, это в этом домике я уже победил компьютер. Блин, фиг пройдешь, тебе бесполезные, блин, шагания по кругу. Шкурка. Погоди, а золото можно трогать? Сюда это что? Это опять бомба вот эта, да? О, стой, здесь по-другому? Антенны что делают? Карта с этим символом дарит существу напротив одну единицу силы. Не мог пока карты с этим символом, бла-бла-бла, у его владельца. Мне придется его поставить. Блин, это мне придется. А он не разносит урон по... Да-да-да, блин, вот эта штука меня особенно бесит. Так, сколько там у меня сейчас есть? 4. Да, карту взять. Стоит 5. Ну, 2 хода осталось, я ему ничего не сделаю. Гриз. Ну, гриз через ход только. Come on! Fuck! Есть! Есть! В этот раз получилось! Ты успел перезарядить генератор до взрыва. Я бы хлопал тебе, если бы мог. Значит, у таких генераторов несколько. Или он друг друга заменяет? Я надеюсь, что он друг друга заменяет просто. 3 монетки. Супер. Возьми одну. Что мы можем улучшить? Мы можем, наверное...
Может, кадроны улучшить? Чтобы я хотел, чтобы он отдавал сдачи. Чтобы он был автотурелью. Блин, это реально крутая функция. Только главное его применять по-человечески. А, так, на чекпоинте у меня восстанавливается... Стой, туда что? Я просто по кругу хожу. Я хочу до чекпоинта дойти. Пусть даже тут наверху который. И потом сейчас пойдем обратно. Да, на чекпоинте у меня восстанавливаются все мои фишечки. А, блин. Но здесь было относительно, ну, сложно, конечно, но относительно возможно пройти эту чертову бомбу, потому что там бомбу пройти, ну, не то чтобы невозможно, но на это понадобится столько усилий, что как бы... Ну, его нафиг. Ох-ох. Атмосферная ЦРС-свалки довольно-таки неприятная. Ее обитатели рыщут в поисках свежих ботов. Смотри под ноги. О, я попал на что-то новое. Пойдемте. Новый контент. Так, деревья у нас тут гнилые, да? Амибот. Иголка, рыба. А ты кем будешь ходить? У тебя какой-то этот экскаватор. Фиксация щита. Когда карта с ним символом погибает, выбранное владельцем существо получает символ нано-брони. Блин, ну прям... Да, ну давай. Тынь-дынь, два урона. Печаль. Бронебота я сейчас не получу. Давайте вот этого чувака убьем. Там эти бомбоботы теперь, его... Ну все, пока что отбиваемся. Блин, я продую скоро, конечно, но... Четыре. На четыре я могу... Да, карту точно. А давайте. Блин, прям неприятно. Гриза. Гриза я сейчас не поставлю никак. Я могу иголку поставить. Сколько у него хпшек? Ну, палец-то можно убрать? Да, давай. Так, карту давай сюда. И рыбка. Большая рыбка. О, это чувака пробомбило. Так, хочу ли я, наверное, Гриза сюда, карту? Не, я не ту карту хотел. Давай, Гриза. Это проверенный способ. Еще одну обычную карту. Бронебот-снайпер. Просто ходим. Еще раз ходим и выигрываем. На одну монетку, правда, всего лишь. Ну ладно. Меня это вполне устраивает. Что у нас тут? Рандомный выбор. Подожди, что-то новое. 3D принтер. Да, нет, 3D принтеры уже были. Когда карта с этим получает урон, вам вручается карта из колоды пустых резервуаров. Фиксация бомбы. Когда карта с этим выбранное владельцем существо получает символ детонатора.
И щит. Давайте нано-щит. Мне это нравится. Еще раз файтиться будем. Давай еще раз файтиться. Этот ударец сломается. Эти... Они на 4 урона расхрена... Вот это тебе да. Блин. Мне придется один раз защищаться, потому что иначе они мне сейчас 4 урона нафигачат. Давай резервуар сюда. Амебобот. Так, этого чувака танканули. Давай забираем энергобот. Давай бронебота сюда. Да ты заколупал своими скелетами, они просто идут и идут. Давай энергобота. Гризы сюда. Вот следующий ход тебе, как бы, да. Нормально. Так, ну что ты от меня хочешь? Дашь пройти за этот лед? Думаю, я смогу его растопить. Немного тепла, и все будет готово. Да. Видите, скрытая местность, опять же, была. Охренеть, сколько тут денег! Видите, оно... Да. Готов поторговаться. Призбот. Когда карта с этим символом погибает, вы получаете случайную карту. Да, давай. Ну, к тому же еще две хпшки. Убери карту и отдай мне. На тебе обычного бронебота, который, наверное, не прокачан. Так, выбери одну карту. Чем еще там моксами будем, можем качать? Давайте, может, вот эти карты хотя. Давайте Соню прокачаем. Если он получит один дополнительный... А, это не дополнительный урон-то. Да, давай. Тоже, получается, удваиваем урон чуваку. А что тут тогда было? Что за странные обходы какие-то? Босс на мосте, давайте. Что у тебя там все крутое такое? Ну вот этот походит и убьется, нормально. Что-то на 2 надо. И
И этот бумбот потом подойдет, тоже ударит меня, да? Ну, это пока было просто как бы безвыходно, поэтому... Призбот. Призбот без урона, да? Вот, давай вот этого чувака. Первый урон по нему. Красиво. Воу-воу-воу-воу-воу. Не плачь, дорогуша. Я клин Демикро, все пройдет быстро. Ну, это, конечно, и утырок. Типа, я могу обойти этот файт просто? Так, шахтер. Так, так. И валим отсюда. Бронебот. Так. Так, так. Хорошо, отыграли. Ничего не поделаешь, да? Я уже могу Гриза поставить. Я его поставлю здесь. И все, да, мне в принципе хватит. Он один ход сейчас. 5. Дружище, 5. И давай иголку. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Вот и все. Так, контрольная точка у нас. Предмет снова активный, генератор ботов. Я бы на самом деле пошел бы вот этих вот... Вот этот вот файт сделал бы. Блин, 4 урона. Забыл про эту штуку. На один урона этот разваливается. Так, у меня только большие ребята остались, да? Ну давай вот так вот. Проиграли, конечно, но теперь я могу подойти и сохраниться. Да. Пойдем дальше. И гнетущая обитель. Здесь тебе предстоит сразить местного убербота. Навряд ли ты захочешь так задерживаться. А, тут задерживаться. Так.
Раз, два, три. Когда карта с этим погибает, выбранный владелец получает символ немощи. Не, давай мне вот этого. Давай еще одного фиксатора. Сейчас возьму. Вот, вместо тебя, дружище. Шкурка. Пойдем пофайтимся. Что нам тут предложит? Чем ты там собрался ходить? Два урона у тебя, да? Хорошо. Давай мы вот этого чувака убьем сразу. А, он получит один этот. Ну, в принципе, нормально. Снайпер-бот. Окей. А, карта. Энергобот, давай мы вот этого возьмем. Угу. Хорошо. Раз, два, три. Не очень красиво. Да, карту, кстати. Тебе это не спасет. Карту. Дай нового пулеметчика. Неплохо так с монетками зашло. Колодец. Я что-то получил неплохо. Ладно, дальше это не работает. Стой, а ты что? Почему этого не... Крутая штука. Я разгоню одну из твоих карт, усилю ее атаку. Если карта погибнет в бою, она исчезнет навсегда. Погоди, так нельзя. Давай Гриза, наверное. У нас всегда появляется на поздней стадии игры, когда он наносит много урона, и... Ты принесла перо. Пожалуйста, подпиши здесь, что согласна дать доступ. К чему? Я ничего не... Благодарим, не забудь свое соглашение. Тут еще один файт, ну давай посмотрим. Чего, блин? Ну тут как бы да, он мне наносит два урона. Я ничего с этим не сделаю. Фиксатор щита. Следующий ход я ставлю снайпера.
Не, нельзя, чтобы снайпера убили. Пока просто нанесем один урон, чтобы откатить немножечко. Вот именно из-за этого. Блин, на снайпера все равно грохнут. 6 тенге. Да, точно. Давай мышка дрона тогда. Ты, блин, тварина мышка дрона вставит, они прилетают, начинают меня грызть. Скотина ты такая. На тебе гризли. Я не то хотел сделать. Ладно, давай. На, сдохни. Двойной пулеметчик. Ну. На тебя. Победа, победа вместо обеда. Немножко денежек подзаработали. Тут заперто. Я бы такой бы, чтобы в магазин, блин, сходить бы. О, чекпоинт. Предметы активированы. Хорошо. Ну вот, убербот. Эти бестолковые библиотекари боготворят его, пока он сидит здесь в грязи и нечистотах. Готовы к зачистке. Ну, поехали, что ты на этот раз предложишь. Гляди-ка, вот и босс. Распаковываю файл архивистка ZIP. Применяю матрицу индивидуальности, удаляю временные файлы. Окей, все, готово. А, приветствую. Если ты еще не поняла, из названия моего файла я архивистка. Я с нетерпением жду возможности исследовать твой жесткий диск. Если я спец по файлам и их каталогам. Или каталогам. Карта с этим символом не подвергается намеченной атаке другого существа. Ну это же здорово. Блин, трындец! Ну, видимо, пока так. Фиксатор щита. Я бы, наверное, поставил бы шахтера сюда. Ой, я должна была спросить заранее. Должна открыть мне доступ к своему жесткому диску. Ты согласна дать мне доступ? Уверяю, не причиню никакого вреда. Нет. Да, 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 да. Сейчас буду показывать твои реальные файлы. Надеюсь, никто посторонний не смотрит. А теперь предложи какой-нибудь образцовый файл. И не забудь учесть его размер и масштаб, его величину. Итак, да, оно показывает реальные файлы. Я там текстовый документик закинул. В этом измерении какой позор, боюсь, он слишком мал. Ну, потому что это был текстовый документик, потому он и мал, блин.
Штука продолжает меня разносить. А я сейчас уже ничего не сделаю, ну то есть... Из того, что у меня есть, я ему сейчас ничего не сделаю. Мне нанесет 3 урона. И... Ладно, я могу сделать так, чтобы он нанес 1 урона. Я не хочу! Я загрузил файл инскрипшена. Колоссальный, браво. Файлы по инскрипшену. Как он прошел? Минуточку, я что? Ну, я проиграл, да. Потому что мне все эти... Нас катили. Я забыл, что у меня такое есть. 5 файл выбирать. Ладно. Так. А мне не на кого это ставить. Мне еще и на врага пришлось защиту поставить. Офигенно, да? Выбери файл. Так. Слишком дорого. Надеюсь, ты не выбрал файл, который слишком дорог тебе. Я удалю этот файл с твоего диска. Не думаю, это блеф, я абсолютно серьезно. Посмотрим, как она будет выглядеть. Это, кстати, файл по мини-метро, если что. На нем так и написано. Это создался файл вчера? Нет. И если горит на число, то совсем еще молодой. Но это да. Там малолетним файлы подойдут параметры. Так, 3-2. Ну, мне придется их вот так вот ставить. Ренак. Вот и все. Здесь у тебя есть его копия. Так, черту его этот. Энергобот. Так, все, поехали теперь по-нормальному. Двойного пулеметчика ставим. Это на самом деле крайне неприятно. Нахрена игра играет с моими собственным жестким диском? Походу, смогла правильно выстроить свою колоду. И вообще тебе повезло. Да-да-да. Не знаю, мне эта серия вот на этом моменте уже очень не понравилась. Мы побеждаем архивиста. У нас 2 победы. Так. Один счета. Давайте плюс 1 энергии они все дают. Хотя. Символ получит свой первый урон. Он не защитит. Давайте вот это, да. Карта получает свой первый урон, и он не засчитывается. По 2 монетки. Все сохранилось. Хорошо, что я про бомбу вовремя вспомнил, мог проиграть. Все, ребятушки, тогда на этом будем заканчивать. 2 из 4 мы сделали. Мне немножко бесит, что тут нету какой-то общей карты, или пока я не могу посмотреть, что ли. Ну, таб это выход. Вот, мне еще немножечко бесит, что мне придется вернуться к той сраной бомбе, которая это. Она у меня висит, блин, прям камнем на голове. Но пока что на этом все. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, всем ладушек, всем покеда.